Подарить хорошее настроение ребенку – это не улыбнуться ему, а сделать так, чтобы сам он мог улыбаться. В Северной Осетии в течение 5 дней находилась команда из 26 ведущих российских и зарубежных хирургов, анестезиологов, педиатров. Специалисты провели 49 операций детям с челюстно-лицевыми патологиями, а также с послеожоговыми деформациями кожи. Все процедуры абсолютно бесплатны в рамках благотворительной акции «Улыбка». Подробности у Николаса Джоева. Психолог Ольга Михайлова занимается психологической подготовкой обратившихся за медицинской помощью. Приходится успокаивать не только ребенка, но и родителей. С детьми мы играем, то есть мы снимаем стресс. Я им параллельно рассказываю о том, что будет происходить. Не в деталях кровавых, конечно же. Я им рассказываю о том, что мы поедем на лифте, затем показываю маску о том, что им будет делать ингаляцию, что он поспит и потом проснется у мамы. То есть весь процесс кратко я описываю ребенку. В республику приехала команда из 26 специалистов, хирургов, анестезиологов, педиатров и медицинских сестер. Педиатр благотворительной организации Екатерина Останина рассказывает, за несколько дней проведена колоссальная работа. Каждый специалист обследовал своих пациентов, оказав всестороннюю помощь. Мы посмотрели более 100 пациентов, отобрали на операцию 49 человек. На данный момент времени 49 детишек прооперировано. Моя задача как педиатра команды – смотреть детей перед операцией, вести детей в послеоперационном периоде и решать их педиатрические проблемы. По словам хирурга, каждая операция уникальна. В каждом случае необходимо принять индивидуальное решение. Для пациентов подобное вмешательство зачастую жизненно необходимо. Как чувствуют себя пациенты? Слава Богу, все пациенты чувствуют себя хорошо. Мы не выявили никаких ближайших послеоперационных осложнений. Результаты очень радуют. Мы надеемся, что будет хорошее заживление в дальнейшем и долгие стабильные результаты. Помимо помощи пациентам, специалисты-волонтеры провели и ряд обучающих мероприятий для врачей и медицинских сестер из Республиканской детской клинической больницы и других медицинских учреждений Северной Осетии. Операция «Улыбка» в республике проводится уже 2-й год. За это время помощь оказана свыше 100 пациентам. Акцию планируют продолжить и в будущем. Николас Джоев, Александр Каджаев, Новости Осетии.